Ветка за веткой, прочь с городских улиц. Под нож идут аварийные деревья, чересчур разросшиеся кустарники. По окончании вегетативного периода 9 усиленных бригад, сформированных по поручению главы города Александра Балдакина, приступили к сносу и обрезке растений. Начиная с 16 октября, каждый день мы в будни, то есть с понедельника по пятницу, проводим плановый спил аварийных деревьев на социальных объектах города Ульяновска. Это детские сады, школы, гимназии, лицеи и парки. Совместно с УльГЭС производится спил аварийных деревьев, обрезка глубокая. Обрезка аварийных деревьев. Вывозом спиленных веток занимаются специалисты Дорремстроя. На сегодняшний день объем вывезенных порубочных остатков достигает 3000 кубометров. Только на территории 34-й гимназии рабочие спилили 56 аварийных деревьев. На протяжении последних нескольких дней на территории гимназии производится вырубка деревьев, которые подлежат сносу, исходя из порубочных билетов, заблаговременно обследованных. На территории гимназии было достаточно много деревьев, целых 56, которые находились в аварийном состоянии и которые подлежали сносу. Всего с начала работ в Ульяновске спилено и обрезано более 1000 деревьев. Также рабочие удалили 540 квадратных метров поросли. Работы продолжаются. 8 ноября бригады приступили к работе на улицах Федерации и Железной дивизии, а также на территории 11-го лицея.